Привет модалистской братве, AKA Crazy Russian, Big Boy долгожданный от Като. Я так понимаю, он самый обыкновенный. Цену я напишу в этом в описании, что Made in Japan. В общем, все как положено. Открываем, терапия распаковочная. Текс. Ну, молодцы, бумагу сразу. Как распаковывать? Что еще? Быстренько глянем. О, немного. Только здесь. Пока не пишут ничего про звук или DCC. Ладно. Сейчас мы это дело разрулим. Так. Я думаю, просто буду перемещать, чтобы не больше зум не делать. Отдалять это все дело. Тут пакетик. А, передний. Угу. Отбойник там, как называется. Хорошо. Поменяется. Если вы хотите каплер вперед. Так, сейчас я к себе, ребят, чтобы не напортачить. Ну-ка. Чуть-чуть бы пластмасски побольше этой. О, понятно. Это фиксатор такой. Держит прям в передок. Понял. Грамотно. Блестючий. Я бы его сразу матовым лаком. Сделаем еще поближе. Сейчас сделаем даже очень поближе. Так, сейчас, секунд. Один секунд. Зум. Приблизим вот так, хорошо. Чтобы все детали рассмотреть. Ну, круто. Как-то немного неестественно блестит, как будто он... Ну, это крашеное, точно. А это не матовое. Хм, интересные дела. Ну что, смотрим. Спокойно можно на бачок класть. Като сделано очень качественно и без вообще вопросов у матросов. Так. Ну, Энка смотрится, честно говоря, ребят, для меня чудно, этот бигбой. Ваш Нале, конечно, он... Но если у вас хороший макет и все так масштабировано классно, то тогда другая песня. Ну, в общем, сейчас глянем, что здесь. Ну, нормально. На винтах разбирать легко. Отлично. Сейчас нырнем в коробку, может быть, там более детальная инструкция. Вот у них очень мощная такая здесь сцепка. Более детальная инструкция, что делать с DCC и с звуком. Что у них там был, Challenger, по-моему, или что-то в этом духе. Я их много делал. Ну что, в коробке есть. Внизу что-то более серьезная бумага. Текс. Давай. Пусто. Ничего. Ну что ж. Ну, наверняка. Потому что в предыдущих моделях в этом тендере. Я гляну поближе вот так.
здесь контакты идут. Да, два контакта. То есть размыкается эта контактная сеть внутри, ну, соединение, и вставляется звуковой декодер. Но вопрос на засыпку, как все происходит в передке, отдельно свет, да, чтобы он горел. Что я переделывал всегда? Я просто кидал провода дополнительные, ставил декодер, но уже лет 10 назад. Ставил декодер, и все функции от декодера, ну, я имею в виду, здесь эти номера, конечно, не горят, но он в H0 горят. Из-за этого все эти, весь свет на отдельных функциях. Интересная вещь. О, они сюда даже не уверен, если есть светодиод, может быть, просто стоит линза сверху. Красный, по идее, должен быть. Вот, ну, интересная тема. Либо два декодера. Один на свет сюда и на мотор. А питание идет по этому шлейфу соединенному. Соединение, вот этот мощный каплер такой. Ну, вот такая история. Ну, классно. Мне нравится. Будем ждать, если кто-то зарядит меня на инсталляцию декодера. Завтра стримчик, сейчас я его заряжу, как раз несколько вопросов есть по DCC для начинающих. Тема заходит, очень интересно. Удачи, успехов. OK USA.